Всем привет, с вами Макс и Снеговик Никита, и это Супер Крафтинг Шоу. Второй сезон, 15 эпизод. И в этом эпизоде я отправлюсь в ад. Сейчас спустимся, покажу, что я тут сделал. Ну, собственно, это очевидно. Как видите, я той самой киркой, которую я сделал в прошлом эпизоде, я сделал портал. Не буду объяснять его значение, что он делал, так это слишком будет очевидно. А просто сейчас у него зайдут, только посажусь семена. А то как так. Вот стоит тут земля, а это очень нехорошо. Все. Так, я, пожалуй, на всякий случай оставлю алмазную кирку здесь. Возьму с собой как раз у меня еще есть две железных. Возьму с собой еще чуть-чуть, типа, есть. Вот, чекин возьму. Итак, я считаю, что можно идти. Ну, хотя нет. Сейчас последний штрих. Хлеб. Вот, все. Я считаю, что можно идти в бар. Ну что ж, погнали. Вы закормляете у меня. Entering the Nether Building Terrain. Что еще скажет нам интересного? Смотрите, вот порубить. И мы вышли. Ого! Как тут все круто. Прямо на краю обрыва. Блин, и тут же адская грязь. Ну что такое? Черт. А стойте. Так, стоп, почему у меня пейсбол стоит? Что за бред? Вот, все. Теперь у меня хард, ништяк. Итак, мы в аду. Первое, что нам встречается интересное, это австралии и грибочки. Так, ну грибочки я уже выращиваю у себя в подвале, поэтому пойдем за австралию. Черт, куда я не допрыгну. Ну фиг с ним. О! Свин. Свин, ты тут? Свин. Ну поздоровайся со мной. Ну ты чё, ты как не радой? Ты говно. Поздоровайся со мной. Вот, привет, молодец. Ой, ещё группа. Эй, пробираемся по этому сраному адской грязи. Вот в чем состоит троллинг гравир. Жалко грибочек. Он был хорошим жителем этого места. Так, и чё? А, вот там, насколько я помню, вот. Там я вижу адскую крепость. Да ебать, сраная адская грязь, блин. Всё, вышло из неё. Так, пойдем туда как раз. Блять, блять. Иди. Давай. Yes. Это блин. Опять адская грязь. Ох ты. Вот она. Крепость моей мечты. Черт, у нас очень эпичная преграда, чтобы я туда хоть как-то попытался дойти. Нет, свинусов я мочить не буду. Зачем, собственно? Они мне не мешают, сторожат что-то. Это их территория, или чё, как лагает. Блин, я не хочу использовать. А чё я туплю? Три. Ну, чёрт, да. Срань какая. Ох. Придется не очень хорошим снег. Конечно, способ нормальный, но, блин, не люблю такой способ. Ай! Тихо, я чуть не упал. А, ну хорошо, тут что ничего не было. Способ вот такой. Ты-ди-ты. Чёрт. Ты-ди-ты-дин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 
ведерко с водой. Я помещу его близко к инвентарю, чтобы как раз такие случаи, если вдруг упал в лаву, быстренько себя затопить. Черт, блин. Что это? Ай, блин, промазнул, а пофиг. Дойдемте здесь. Так, где мы теперь? А вот она, крепость моей мечты, вот она. Факел для ориентира. Так что ничего обычного. Фига она здоровая. Так, идем. О, лавовая бездна. Вообще не люблю эти вот крепости. Тогда я в них уже был, за то, что если ставишь на них факел, они очень здорово поглощают свет. Очень здорово. Так. Я кого-то слышал. Так, здесь есть вход? Нет, здесь входа нет. Черт. О, черт, ты фри, ты блин. Вот, с этой... Вот именно для таких... А! Вода испарилась. Фак. Давай, 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 я могу, я могу. Ай! Вот твою мать. Черт. Срань какая. Я где еще скажусь? Дома. Срань. Срань ненавижу. Ненависть. Что мне делать теперь? Собственно, больше мне делать нечего. 4, 5. 5 хватит. Блин, сколько же я просрал? Хотя на самом деле я просрал не так много. Мог бы просрать алмазный кирпич, но вообще был бы такой фейл. Трин-дин-дин. Так. Кирка готова. Осталось надо быть еще дерево, чтобы сделать себе меч. И вернуться отомстить этим сраным укритом. Потому что вы, козлы, реально сейчас попали. Вы так гребаете. Так. Эй, а может быть даже сделать лук? Да, я сейчас сделаю лук, точнее. Как он делается? Так, так, так. Так, так, так. Ой, наоборот. Все, лук готов. Это значит, что вы, дорогие мои, как вас там зовут, попали. Если вы стреляете, значит, я тоже начну стрелять. Я снайпер, часть 3 прямо. Но нет, эпизоды так не назову. Ибо... Так. Я уже слышу здесь... унылого гаста. Беги, Форест, беги! Пробежался. Ну что ж, снова идем мстить. Я прям как Декстер в 6 сезоне. Ангел вместе возвращается. Как раз спустился в ад, дабы покарать неверных. Так. Наш старый мостик. Так, что теперь? Теперь мы идем обратно в эту сраную крепость. Не успел я в нее еще уже зайти, у меня уже грохнули. Так, блядь, как я поднимался. А, блядь.
Вон. Сраные Фриды. Выбили меня. Сегодня, как говорил Леонид, мы все отправимся в ад. Вот я и в аду. И что я встретил? Встретил злых дяденек в виде Фрида. Ненавижу Фридов. Сраные фаерболлеры. О! Шикарно. Тебе надо отсюда выбраться. Вот он. А как? Нет! Черт! Что за срань? Сраный Фрид, бля. Ненавижу себя. О, ненавижу. Ненависть у меня, жуткая ненависть. Ах. Еще ночь. Спи. Твою мать. А. Что такое, блядь? Ненавижу. Ненавижу. Блин, пойду с голыми руками мстить им. Куда они? Ай, я зол, я зол, я жутко зол, и Фриты, вы огребаете. О, ненависть. Ненависть, жуткая ненависть. Мне плевать, честно, я сейчас хочу им просто отомстить. Я ненавижу их всех. Ха. Если раньше был эпизод «Я ненавижу», так я неправильно пошел. Криперов, то теперь называется эпизод... Нет, может быть, назову его «Я ненавижу ифритов». Ну а хрен, блин. Скоты, блин. Фаерболлеры тупые. Только вы умеете делать, чтобы пускать свои шары. Ненависть вообще, жуткая сейчас ненависть у меня. Как он так в меня попал вообще? Нет, я вот просто этого не могу немного понять, как он в меня попал. Я стоял, блин, за стеной. Тут так внезапно он вылетает. Да, ненависть. Прыг-скок на эту сраную крепость. Ага. Ненавижу вас всех. И Фриды сраные. Вы, падлы, так сейчас огребете. Даже кусачка будет обалдевать, насколько вы огребаете. Даже если вспомнить 12 эпизод Мультикрафт, вы не так будете огребать. Убейся, убейся, убейся. Охренеть. Убейся, 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 убейся. Ненавижу вас, сраные фриты. Сдохните, падлы. Красобелы тупые, убейтесь. Крепость для крепостников, а не для ифритов. Все. С ифритами покончено. Как и с моими вещами. Твою мать. Шишите тупо на пролом, не знаю. Дороги, когда все кругом. О, темно. Это не круто. Нет, круто, конечно. Так, это, по-моему, спуск вниз, как я понял. Да. Еще один спуск вниз. Понимаю. Все еще в этой долбанной крепости. О, наросты. Стоим. Либо нефиг. Наросты штука. Хотя я не знаю, до сих пор для чего они. Не знаю, растут ли они только на адской грязи. В любом случае, я их стрелил. Чтобы я заберу с собой. Это что-то... Блин, как дальше? О, чёрт. Чуть не упал. Ворон залез большой сосна.
И начал посылать всех на... Как мне отсюда выбраться, блин? Я ни хера не вижу. Ауч. Так. Йо, вон, шашлык. Колда. Так, я до сих пор не встретил даже лавового куба. Хотя, собственно, скорее всего, даже один не вошел. Я издали, ничего. Ни черта не вижу. Я зол. Я очень зол. Я просто супер зол. Впустите. Фак. Так. Нужно искать... все, я понял, где я. Короче, мой... Нет. Стоп. Чуть ли не вдуплил. Куда я пришел? Оттуда? Да нет, навряд ли, может быть, скорее. Видите, я тот хватил. Здесь это я когда ставил его? Все, ну да. Я шел оттуда. Вот там вот у меня где-то находится мой спавнер. Тихо, какой спавнер? Портал. Ну что, давай. Фаерболу сотрожат. Фаерболу сотрожат. Черт. Фаерболу сотрожат. Все, идите отсюда. Ого. Так, нет, ничего тут интересного нету. Блин, надо... Так, надо пилить домой. Нет, пилить домой не надо. Ауч! Фукасун. Мочи давай. Фаерболу сотражатус! Фаерболу сотражатус! Все, иди нах. Вот, блин. Сука. Бабу мне палить, падла. О, тоже можете пойти. Ахер там. Нет, это не портсер для того, что если я проиграю Гасту. Этого я не вытерплю. Ладно, там Фритон, который еще фаерболит. У тебя тоже фаерболит. Ай! Хедшот. Черт. Как он так? Они всегда косыми были, чё за хрень? Срай вообще. Чёрт, я недоволен этим эпизодом. Я вообще недоволен всем, чем что здесь происходило. Но ты меня уже встречаешь, да, Никит? Извини, я всё проебахнул. Я зол. Я супер зол. А я надеялся, что мой поход... как его, блин, в ад будет успешным. Ну ничего, вспомнить арбузы. Арбузы это главное. Нахера это сделал, у меня ж теперь... Так, ладно. По-быстрому сейчас сделаем. Как мы по-быстрому делаем? А, ну эту, блин, клуб, чтобы... арбузы продолжили дальше расти. Так. Камень. У меня нет камня? А, есть камень. Шин. Не буду сейчас тратить железо на это. Ой. Блять. Чёрт. Не нравится вообще мне сейчас. Дикая. Нет, арбузы, я спасу вас. Все. Арбузы спасены. Да, этот эпизод я вообще считаю своим самым неудачным эпизодом. Ну чё ты тут стоишь, Никит? Чё, Никит? Поиграй с мишки? А, блин, у меня же нет снежка. Сарай. Точно! Ты же производишь бесконечный снег. Вот видите, я нашел одну тебе пользу. Мало того, что он сторожит дом, так он еще и снег приносит людям.
Так, ладно, хрен с этим сраным эпизодом, я закончу на этом, стоя на пристани, как гордый и злой дармон. Так что да, всем спасибо, с вами был Макс и Никита, который вон там стоит, палится, он, да, выглядит в окно, и три гриба, и солнышко, да. Вот мы все прощаемся с вами, счастливо.